Мы уже рассказывали в наших видео о преимуществах борной кислоты как средства от тараканов, а сегодня проверим ее свойства на опыте. А заодно сравним по эффективности борную кислоту с бурой, тетрабаратом натрия. Будем тестировать эти вещества в составе жидких приманок, просто растворив их в воде. Передаю слово Алексею. Всем привет! Сегодня затестим еще некоторые народные методы от тараканов. Тетрабарат натрия, это так называемая бура. Ее еще в пайке используют, ну и в других вещах. Вот тут видите, пайка, сварка, насекомые, сад, огород. В общем, полезная штука. А также борная кислота. Борная кислота, кстати, кто не знал, получается как раз из буры. То есть там реакции какие-то идут, и вот из нее получается уже борная кислота. Проверим, как она работает на тараканах. Я оба эти средства разведу с водой. И проверим, ну, как они попьют и как быстро погибнут. Итак, смотрите, я приехал через 3 дня, и вот что у нас тут происходит. Так, почти все дохлые. А, нет, вот тут один живой. Вот здесь у нас была борная кислота в воде. Все дохлые, вообще все. А здесь у нас был тетрабарат натрия, ну, то есть бура. И один все-таки выживший. Вот эти вот погибли. Все-таки классика лучше, то есть борная кислота, можете пользоваться. Размешиваете ее с водой и такие вот поилочки делаете, оставляете, чтобы они пили воду. Но тут нужно помнить, чтобы другого источника воды у них не было, чтобы они только именно вот эту пили воду с борной кислотой. Разводите ее в теплой воде, очень хорошо размешать и везде расставить в разных углах. Обязательно протереть все капельки, всю воду и все излишки. То есть, где в ванне, если моетесь, помыли за собой, протерли. Помыли посуду, протерли за собой, насухо, все, чтобы было сухо. И они будут пить из этих поилок и погибать. Чем интересно сочетание борной кислоты именно с водой? Дело в том, что вода – это наиболее важный жизненный ресурс для тараканов, еще важнее, чем пища. Без воды они могут прожить не больше недели. И вы, наверное, замечали, что и в квартире они стараются селиться поближе к источникам воды. Так что, скорее всего, они будут пить этот водный раствор борной кислоты, если вы расставите его в поилочках в тех местах, где они обычно бегают. А если, как советовал Алексей, вы перекроете им доступ к другим источникам воды, то вероятность, что такие приманки сработают, приближается к 100%. Борная кислота работает только если попадет внутрь таракана. Если они ее проглотят, то все, они погибнут 100%. А как уж вы ее размешаете, можете с водой, как же, как я здесь попробовал. Можно сделать с вкусными приманками. Наверное, мы в следующих видеороликах проверим, протестим несколько приманок, там с яйцом, с картошкой, еще с каким-нибудь наполнителями.
Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Не забывайте также про лайки и комментарии, которые очень помогают в продвижении видео, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть. Если вам нужна профессиональная обработка от тараканов, звоните по телефону горячей линии, она работает круглосуточно. Но я надеюсь, что мы скоро увидимся с вами в следующих видео. Пока!